Yes, like the iceberg. And Limon Grigoryan is standing right next to me and he's saying hello. Hi, Limon. Nice to I don't get to see you, but someday. Thank you for everything. This is amazing. Пожалуйста, еще раз. Кто сидит выше пятого ряда, спуститесь, пожалуйста, пониже. И вот этот сектор тоже можно занимать совершенно спокойно. Ну, как-то все-таки, чтобы вас ему тоже Нику было видно, да? То вам-то хорошо видно, а вы должны попадать в поле зрения вот в той камере. Вот сюда, все. Вас очень хорошо было слышно. Все, замечательно. Вот теперь меня будет слышно по-русски. Пожалуйста, мы сегодня вам представляем последнего нашего гостя, который ради нас проснулся. Ник Сюзанис, ученый, искусствовед, специалист по визуальным коммуникациям, художник, работающий в жанре комикса. Он является первым человеком, защитившим в Колумбийском университете докторскую диссертацию, полностью написанную в формате комикса. That was your bio and information about your dissertation in this original comic book school. Он разработал и преподавал курс по комиксам как мощном инструменте коммуникации в педагогическом колледже в Нью-Йорке. В настоящее время ведет курс комикс как образ мышления в университете в Калгари. Значит, ассистировать, переводить Ника будет Анатолий Переснеевич, да, правильно? Вот. И большую благодарность мы выражаем посольству США в Америку, посольству Америки в России за финансовую помощь в организации этого мероприятия. Okay, еще один маленький момент. Если вы будете задавать Нику вопрос на английском, пожалуйста, для аудитории переводите его самостоятельно. Хорошо? Или задавайте по-русски. Да? Потому что переводчик в другую сторону работать не будет. Okay, we can go ahead. Well, thank you all. Thank you, Levon, and the organizers, and for hosting me. I'm really apologetic that I couldn't make it. I really wish I could have come there. It's quite amazing to have worked on this project alone for years and years, and then have the opportunity to do things like come and speak to you all. So I'm very grateful for this, and I just want to say thank you. Probably the most important thing before we start the slides, I couldn't even because I didn't think I was doing it was much of a big deal. I was a comics maker. I was a comics maker and I was making educational comics and really came back to school with the idea that I made comics that people would read. I think dissertations tend to be things that never get read. And I at the same time, it was also a pair of made Spark comics. Comics from Scott McCloud and Art Spiegelman, Mark Strout, or to me it seemed like smart comic books were already accepted everywhere. He's a big deal. Учиться в аспирантуре, я решил, что если я буду обращаться к миру, я буду использовать то, что я умею делать. И мне казалось, что визуальные коммуникации можно использовать сами по себе. И я немного расскажу о своей диссертации, немного расскажу о комиксах. Но похоже, что работает, я могу показать свои слайды. Вот так. И я назвал это переход от плоскости к объему.
И что такое вообще, что такое плоскость, что такое объем? И мы говорим о определенном поведении, поведении в плоскости, когда люди начинают думать о том, как можно выйти из того состояния, в котором они находятся. И люди иногда забывают о том, что может быть, и они оказываются в том состоянии, в котором они находились с самого начала. Я подумал, что можно представить плоский мир. И вот этот плоский мир, он становится более объемным. Но ведь можно здесь, в этом мире, можно идти вверх, вниз, в стороны. Но из этого мира нельзя выйти. И когда мы смотрим на этот плоский мир, это кажется немножко глупо. И вопрос, который у меня возник, а как можно выйти, как можно перейти к какому-то другому осознанию этого? И я... И это связано во многом с образованием для меня, и я подумал о том, что... Люди живут в достаточно плоском мире, но они могут из него выйти. И здесь эти плоскости могут ограничить возможности нашего мышления. И у нас какие-то небольшие, появляются небольшие ящички, в которых существует все, о чем мы думаем. Это ящики, связанные со временем, с пространством. И я думаю, что сложность, человеческая сложность становится достаточно ограничивающей наши возможности и становится сама по себе определенным ящичком, в котором что-то теряется. И мы создаем какие-то границы для себя, которые ограничивают то, кем мы можем быть и как мы можем существовать. И я думал о том, какие существуют правила изучения, почему страница должна, собственно, выглядеть определенным образом, почему должны быть поля на странице, почему текст должен быть набран определенным образом. Когда существуют какие-то иллюстрации, что эти иллюстрации должны собой представлять? И, конечно, когда мне хочется, чтобы что-то работало в комиксе, здесь у нас возникает определенный текст. И я не говорю, что текст — это плохо, но почему текст — это единственное, чем мы управляем, чем мы оперируем? Я подумал об этом следующим образом. Необходимо изменить сложность. Если взять глобус, например, и можно глобус сделать... Да, его делают плоским. Мы знаем, что информация пропадает. Мы знаем, что что-то теряется, что-то видоизменяется, и Земля иногда части, какие-то участки не такие большие, как они выглядят на этой карте. И на этой карте все разворачивается, и мы... И карта указывает на определенные связи. И когда мы делаем что-то плоским, мы всегда искажаем основную информацию. Также, когда вас спросят, какая погода, мы можем
назвать только температуру. Иногда мы забываем и о влажности, забываем, и о том свете солнца забываем. И у меня возникает вопрос, если мы только на слова полагаемся, чего мы не видим, чего мы не слышим? Мы вводим какие-то другие режимы, мы видим совсем другое. Вот здесь эти примеры, как можно увидеть, но на самом деле это не просто увидеть, это пути познания. Например, моя собака, мы все знаем, что собаки, они гораздо больше могут почувствовать запахов. И собака как раз подойдет к тому столу, за которым я сижу. И собака знает, кто там был 2 часа назад, до меня. И собака может понять, кто там вчера был. У нас просто нет такой возможности. И я это рассматривал как раз как один из способов познания, и необходимо внести этот элемент как раз в систему образования, в то, как мы узнаем о чем-либо. Это очень простая идея. И как у нас 2 глаза, и каждый глаз видит что-то по-другому, и они уже между собой договариваются. И они, соответственно, создают для нас перспективу, они создают наш взгляд на жизнь. Как мы найдем много различных перспектив, как мы можем понять, какие существуют самые разные подходы. И для меня комиксы это я могу здесь дышать текстом, я могу дышать образами и делать это одновременно. И таким образом, возможно, я начинаю думать о том, что здесь можно познать из того, что я не мог бы сделать самостоятельно, что я могу познать в мире комиксов. Комиксы. Здесь, конечно, их можно очень долго обсуждать, но мне кажется, что комиксы это очень интересно, это очень здорово. И это очень интересная новаторская форма. И это во многом продолжение того, что мы делаем в нашем визуальном мире. С самого начала люди пытались рисовать, это не что иное, как комикс, когда они пытались осознать окружающий мир, то, что они делали, то, что они могли сделать. И нам необходимо включить все это в систему нашего образования, и это должно работать как элемент образования. Но это дети обычно перестают делать уже в возрасте 7 лет. И мы можем поговорить о комиксах, о том, как, я думаю, работают комиксы, что происходит. Я бы хотел немного сказать о Скотте Маклауде. Это книга 1993 года. Это описание комиксов как серьезное средство коммуникации. И Скотт представил свое определение комиксов. Он сказал, что это различные настоящие образы, которые идут один за другим. И
И когда вот здесь я показал кулак, еще один кулак, еще один кулак, вы видите это движение, удар. Хотя ничего не двигается на странице романа комикса, все очень статично, тем не менее вы почувствуете это движение, это действие. И иногда мы думаем об этом продолжении действия. И это одно действие, которое предыдущее действие, другое действие, последующее действие в настоящем, между ними находится. И вот здесь, на этой странице, можно ее воспринимать с разных сторон, слева, справа, сверху, снизу. И здесь, в правом углу, видите, как он связан с левым нижним углом, и как все они связаны. А потому что у вас возникает визуальный образ. И вы воспринимаете все целиком. И это фрагмент, это совсем другое восприятие, не такое, как восприятие текста. И я связываю это с тем, как мы думаем, как мы размышляем. И мы воспринимаем все, что происходит, момент за моментом. И в то же самое время я помню, что я делал сегодня утром. И я знаю, что может произойти в дальнейшем, сегодня или в течение года. И все это где-то находится в моих мыслях. Я думаю о прошлом, я думаю о будущем, я думаю о настоящем. И когда идут эти действия одно за другим, также мы воспринимаем определенные вещи, которые происходят одновременно. И мне бы хотелось представить несколько примеров, которые показывают вот эту двойную природу комиксов. Это комикс французского художника. И вы можете немного прочитать, посмотреть. И можно читать слева, справа, сверху, снизу. И здесь образный ряд проходит по всей странице. И воспринимается все это одновременно. Вот еще один из примеров Гасселинелли. Это 30-е. И вот этот человек проходит. Он идет бум-бум-бум-бум-бум, но в то же самое время. Мы воспринимаем это как картинку того, что проходит одновременно. Еще один из примеров. Я не знаю, видите вы это или нет, но здесь этот герой. Он может достать. Дело в том, что здесь время и место, все это связано. И здесь что-то достаточно уникальное для данного формата. И мы действительно здесь объясняем что-то другое, это другие идеи. Мы объясняем что-то, что невозможно. И в моем случае я хочу использовать вот эти последовательные и синхронный порядок происходящего. И здесь я создаю контраст.
And I'm contrasting that in the foreground with my wife's very Yes. И постоянно возникает определенный ритм вот этого ее пути на работу. И сама форма организации нашей страницы в дополнение к образам, которые мы создаем, это также создает ритм и связь между тем, что нарисовано, и организацией того, как это нарисовано. И всегда я пытаюсь понять, как наилучшим образом что-то распознать, что-то показать. То, как вы читаете, да вы начинаете вчитываться в эту спираль. Very well to what it is I'm talking about. Что это такое? И это здесь вы можете представлять совершенно разные идеи, совершенно разных форматах, и принимать самые разные формы. И как выглядят наши мысли, какая форму принимают наши мысли. И мне бы хотелось задать этот вопрос. И у нас же нет каких-то строчек, которые мы набираем определенным компьютерным шрифтом. И эти мысли, они идут в разных направлениях, в сторону, по-разному, и можно по-разному все это представить. И Крис Вэр, он показал вот эти фрагменты, фрагменты памяти, восприятия информации. В то же самое время возникает то, как вы вспоминаете, что произошло, как это произошло. Да, что-то происходило, может быть, одновременно или наоборот, что-то происходило в самые разные моменты. Что-то произошло ранее, что-то произошло потом. И комиксы указывают на сложность восприятия нами нашего опыта. И здесь очень хорошо представляется это. С другой стороны, можно очень сильно донести то, что мы думаем, и можем организовать наши мысли для того, чтобы донести их до других. И наши глаза постоянно что-то наблюдают в этом мире. Мы встречаемся с людьми, у нас возникают какие-то отношения. И мы пытаемся сообразить, что происходит вокруг. И глаза сразу же начинают что-то трактовать, то, что они видят, то, что они воспринимают. И когда я думаю о рисунках, рисунки помогают нам доносить мысли, мне помогают доносить мои мысли для людей. И моя визуальная система начинает разъяснять что-то, то, что я, может быть, и не вижу. И рисунок значит, помогает мне передать то, что я делаю, то, как я это делаю.
And this way, я работаю зі своїм візуальним партнером. Я доношу ці мислі, допомагають мені зрозуміти щось, що я без рисунка не зміг би зрозуміти і осознати. So I get this question a lot. Мені часто задають питання. Що вначале було, слова или рисунки? Я говорю, да, конечно. Я пишу слова, я делаю зарисовки. И возникает связь между словом рисунком, который начинается буквами. И это помогает мне как-то понять, какую мысль я хочу донести, как я хочу ее донести. Это какое-то чувство, которое я хочу донести, и я начинаю рисовать или писать. И это помогает мне передать немного больше из того, что я хотел бы передать, хотел бы донести. Maybe I'll just go tiny slowly through one example here. Вот здесь один из примеров. And this page, это страничка. It's a page that's setting up a section where I talk very specifically about how я здесь говорю о том, как работают комиксы. And so this page I'm dealing with эта страница not too sure what they call them in Russia, and I'd be curious. But in the United States and Canada, в Канаде, когда говорят комиксы, это не очень хорошее название, что я даже не знаю, как по-русски называют комиксы. Но вот здесь вот это взаимоотношение рисунка и слова. Здесь слева я перехожу от философской части. И здесь я показываю ветки, я показываю сложность. И здесь я показываю также, как просвечивается, как создается образ цветка. И это очень много различных образов, образов, которые... Иногда образ подсказывает мне, что писать, а иногда слова подсказывают, что мне нарисовать. И я надеюсь, что когда читатели видят рисунки, читают, и создается определенный эффект, такой же, как эффект мультипликатора. И работа, вот это первый мой набросок, который я сделал, когда я начал работу над своей диссертацией. И здесь очень много деталей, помарок. Но я просто почувствовал тут связь какую-то, даже, можно сказать, с нотной грамотой. И когда показываешь процесс, показываешь, как много деталей, как много всего надо исправить, и тогда ты можешь сделать больше, чем ты мог делать раньше. И люди, которые обычно не рисуют или не пишут, они все равно что-то могут создавать. И я нахожу, что люди вдруг начинают думать о том, что они могут что-то нарисовать, они могут визуально мыслить. That we forget, that we stress a lot.
Очень многое забываем, мы очень многое зажимаем в нашей жизни, не даем ему развиваться. Для меня возможность подобной работы, и это открытие для меня очень многих возможностей. Когда мы наших учеников призываем к тому, чтобы они учились по-другому, познавали мир по-другому, использовали какие-то другие способы познания. И тогда они лучше осознают мир. И тогда наше познание мира. Но я не знаю, кто может в конце написания диссертации сказать, что ему жутко интересно писать эту диссертацию. Мне было нелегко, но тем не менее я открыл очень многое из того, что я не открыл бы в противном случае. Мне кажется, что мы хотим принести эти новые элементы в нашу жизнь. Когда мы по-другому на все смотрим и включаем это в нашу жизнь, и тогда в нашей жизни это не одна какая-то дорога, а совершенно разные уникальные пути. Спасибо большое за то, что вы меня послушали, но сейчас я слайды, наверное, буду включать уже. Я пытаюсь. Скажите, а вопросы какие-то можно как-то задать из зала? Уважаемые посетители, микрофон находится у меня. Если есть желание задать вопрос, тогда поднимаем руку. Если позволите, я начну с себя. Ник, я очень внимательно прослушала ваше выступление, было очень интересно, и хотелось бы уточнить несколько моментов. Ник, I listened with great attention to your presentation. It was a great interest to me, but I would like to get some issues clarified. Скажите, когда вы писали свою диссертацию, как отнеслось научное сообщество к тому, что она написана в такой нестандартной форме? When you were writing your thesis, your dissertation, so what was the attitude of the academia towards it being in such an unusual format? Yeah, that's a great question. Я не думаю, что я это раньше понимал, но вообще-то меня поддерживали мои консультанты. Когда я им сказал, что я буду создавать такую работу, я их не удивил. Они, в общем, ожидали от меня этого. И я просто, наверное, угадал момент, когда люди очень хотели получить что-то подобное, и меня поддерживали с самого начала очень серьезно. Да, время от времени ученые постарше, иногда и молодые ученые на меня очень странно смотрели, но мне очень повезло, потому что меня поддерживают, практически все меня поддерживают. Ну, наверное, все-таки у вас культура комиксов достаточно такая, более развитая, чем у нас. Well, maybe your comic books culture is much more developed than what we have here. У нас в предыдущих выступлениях шла речь больше об иллюстрации, как об, ну, наверное, анимации книг, да? Well, in previous presentations we discussed illustrations more like the way to animate the books. И для меня совершенно неожиданным является то, что вы используете достаточно развлекательную, с нашей точки зрения, вещь, как вот такую анимированную иллюстрацию. Well, I think it's quite unusual that you are using this from our point of view as kind of entertaining format. В такой бизнес и в научной литературе. Скажите вопрос.
in business literature and also in scientific literature. And now I have a question. В каких направлениях вы считаете, может быть использована вот такая подача информации, если мы говорим о каких-то ну, привычных вещах, может быть это справочники, навигация, еще что-то? Where do you think this medium of conveying information could be used when we're talking about some traditional formats, such as reference books or navigation, something? So where do you think this medium could be used? Я думаю, что везде это можно использовать. Я думаю, что везде и будет использовано везде. Я на этой неделе как раз в журнале Nature как раз опубликовал комикс об изменении климата. И я думаю, что это был самый первый комикс на эту тему у них. И я думаю, что люди готовы использовать подобную подачу информации везде. Не только в детской литературе. Я думаю, что меняется отношение к комиксам. Я думаю, что мне нравится здесь сложность и работа, которую проводил. Я думаю, что это серьезная научная работа, но она также интересна гораздо более широкой аудитории. Я хочу убедиться в том, что все получилось правильно, хорошо, и в то же самое время должно быть доступно. И там, где технический язык может быть барьером, можно использовать образы. И это может быть что-то вроде моста. Не то между научным уровнем и широкой аудиторией. И я думаю, что гораздо больше книг в формате комиксов может появиться. Может быть, это первая диссертация в форме комикса, но я думаю, что это будет явно не последняя. И люди сейчас гораздо более открыты вот этим возможностям, этому формату. И это помогает, потому что другие тоже говорят, мы это будем делать, это сработает. Здорово. Тогда другой вопрос технический. Скажите, когда художник пишет картину, его абсолютно не волнует, скажем, как люди будут реагировать. Он выражает свою внутреннюю сущность. Well, so another question, technical question. When the artist is painting a picture, so he really doesn't care about the reaction of people, because this is some kind of manifestation of the artist's inner self. Когда же вы создаете комикс, вы произнесли, что вас волнует, чтобы ваша мысль была ясно донесена до пользователя, до читателя. When you are creating a comic, so you said that you are concerned about your thought being clearly conveyed to the reader. Вы тестируете свои комиксы на ком-то перед тем, вот когда писали свою диссертацию, вы показывали предварительно кому-то картинки, понятно, непонятно, перерисовывали? Do you have some kind of testing ground for your comics when you wrote your dissertation? Did you show your pictures to anyone? Is it clear? Is it not clear? Do you understand it? Don't you understand it? Did you change it when people didn't understand it? Скажем так, вы относитесь к своей работе, извините, я уточню вопрос, как к художественному произведению или все-таки как ну, какой-то документации? Do you treat it as a work of art or some kind of more documentary type of format? Потрясающие вопросы, и первый, и второй. Давайте с первого начнем. Попробую второй не забыть. Первый вопрос. Мне повезло, потому что моя жена, она не читает комиксы, мало их читала. Поэтому на ней тестировать просто здорово. Меня очень волнует то, чтобы шел поток информации ясно. Иногда у меня другая задумка просто. И
я и говорю, если непонятно, тогда я, наверное, буду менять. Вот здесь где-то у меня был блокнот, я не знаю, увидите вы это или нет. Я большинство времени что-то создаю, и разные варианты движения на странице. Вот блокноты я так заполняю, это большая часть моей работы. Меня очень волнует, иногда я людей нарочно запутываю, но когда я это не делаю нарочно, другая сторона вашего вопроса. Несколько лет назад была конференция, говорил, что ваша эстетика, она должна соответствовать информации, которая там заложена. И здесь, когда пытаешься научную информацию доносить, если просто информацию доносишь, это уже не комикс. И это может быть прекрасная иллюстрация, картинка. Поэтому для меня очень важно, чтобы творческая составляющая была такой же серьезной, как научная составляющая, такой же сильной, как научная составляющая. Я стараюсь работать лучше. Я часто чувствовал, что я застрял между этими двумя моментами, и я старался, чтобы идея и визуальные элементы соответствовали друг другу. И я так работаю. Каждая страница. Как я это нарисую, как все будет двигаться, как все будет развиваться, как наилучшим образом это донести. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Ник. Меня зовут Наталья Осипова, и я директор Московской школы Creative Writing School. My name is Natalia Osipova, I'm director of Moscow Creative Writing School. Мы в нашей относительно молодой школе, проекту всего один год, хотим организовать мастерскую по графическому роману или комиксу. Well, in our school, it's quite a young project, just 1 year old. We'd like to start a graphic novels workshop, a comic workshop. Потому что мы так же, как вы, верим в будущее графического романа и комикса в России и совершенно точно видим и понимаем, что сейчас это растущее направление, и много авторов в России сейчас либо рисуют свои первые графические романы, либо думают об этом. So, and just like you, we believe in the future of the graphic novels, of the comics in Russia. We can see that many authors now, either they draw their first graphic novels or are thinking about it. Один из этих авторов сидит сейчас рядом со мной, это Елена Агинова, она рисует свой первый графический роман. And one of these authors is next to me now, her name is Elena Agidova, and she's drawing her first graphic novel. Собственно, у меня даже не вопрос, а предложение. Хотите ли вы приехать в Россию и поучить русских студентов? Would you like to come to Russia and teach Russian students? С большим удовольствием. И я действительно прошу прощения, я не мог приехать на это мероприятие, но мне очень интересно было бы это сделать, это было бы здорово. А как вас найти? How can we find you? Найти. Как можно с вами связаться? How can we get in touch with you? Кажется, я уже знаю. I believe I have. I don't know. Меня легко найти. Вот здесь сидите. Я хочу внести предложение. Если будет такое действительно желание, для того, чтобы никого не затруднять, мы можем попытаться организовать такую онлайн-школу на базе ЦДХ. Да, вместе с нами.
То есть мы отработали этот формат, мы понимаем, что спикера видно, спикера слышно, он может вести лекции оттуда, вы можете сидеть здесь. То есть если есть желающие вот в таком проекте участвовать, Ник, это вопросы к вам, то мы будем рады. We believe that we could also do it in the format that we're using right now, because we can see the speaker, we can hear the speaker, and maybe we could use these just technical possibilities and conduct it in this form. Да, конечно, конечно. Я довольно много так в Штатах преподавал с удовольствием. Ну вот, ответ на вопрос. Да, свяжитесь со мной, я с удовольствием это буду делать. Отлично, мы тогда выступим коммуникатором в этом процессе. That's great, so we're going to just convey this idea. Вопросы к Нику, сейчас, секунду, добегу. Now we have a question. Да, я не очень хорошо вас вижу, но что-то вижу. Здравствуйте. Hello. Извините. Ну, у меня сначала, я хочу немного защитить российские комиксы, потому что в начале выступления сказали, что у нас с этим не очень хорошо. Well, first I would like to defend the idea of Russian comics, because in the beginning they mentioned that it's not that great here regarding comics. На самом деле у нас очень много свободных художников и сценаристов, которые делают свои собственные комиксы. And actually we have lots of just artists and also screenwriters that make their own comics. И есть замечательное издательство Bubble, которое переводится на английский язык и, по-моему, еще на несколько языков. Так что у нас есть тоже свои очень красивые и интересные комиксы. So we have great publishing house Bubble, and they publish the comics that are translated into English and other languages. So we have interesting comics. Awesome. Да. Замечательно. Теперь мой вопрос. Now my question. Мне очень понравилась ваша стилистика, в которой вы работали. Я, к сожалению, не видела другие ваши работы, но мой вопрос следующий. Как долго вы искали такую стилистику и работаете вы в разных стилистиках или предпочитаете рисовать в одной технике и в одном стиле? So I really like your style of technique that you're using, and my question is, for how long were you looking for that style of technique? Why do you use different style of techniques or just one? Let me clarify. Do you mean in terms of? Я хочу уточнить. Вы имеете в виду технику рисунка или? Да, я имею в виду технику рисунка. Yes, yes, the technique of drawing. Yeah, I don't. That's a tough question for me. I mean, сложный для меня вопрос, потому что вы можете найти мой сайт в интернете и посмотреть на все то, что я делал. It's a hard question. I don't. I work. Довольно сложно. То, как я рисую, это очень многое перекликается с другими рисунками, чужими рисунками. Я меняю стили в этом случае. Но в основном это черно-белые рисунки. Я могу немного уточнить, чтобы было более понятно. Да, это гораздо более сложный вопрос. Я пытаюсь многое менять, как мне кажется, но на самом деле в этой работе первая глава очень похожа на напечатанные, на гравюры больше. А потом уже в продолжении я делаю все по-другому. И мне бы хотелось и дальше заходить. Мне кажется, что как идея возникает, а потом ваша рука ее рисует определенным образом. И мне, конечно, трудно выбиться из той системы, в которой я рисую, но рука сама рисует за идеей. Спасибо большое за ваш ответ. Thank you so much for your answer. Вопросы? Questions? Секунду. Добрый день, меня зовут Елена, и я скорее
вот один из тех русских, которые недавно увлеклись культурой комиксов. And I was one of those Russians who just recently discovered and got carried away with this culture of comics. Excellent. It's more of a comment than a question, maybe. Конечно, безумно интересно то, о чем вы рассказываете, выражать какую-то идею визуальным образом. Of course, it's extremely interesting what you're talking about, just to express this idea using visual means. И насколько я поняла, ваша диссертация, она находится, идеи, те, которые вы хотите выразить, эти идеи находятся в области между математикой и философией. As I understand in your thesis, the ideas that you're expressing are somewhere between mathematics and philosophy. Математическая логика, что-то такое, правильно? Some math logic, something like that, right? Математика немного туда проникает, потому что математикой я занимался. Но когда я занимаюсь наукой, математикой обычно это путь обсуждения более крупных моментов. Это интересно. Я здесь уже объяснил, о чем я писал, но в работе, когда я пишу об образовании, я использую сравнение. Я стараюсь использовать сравнение, например, чтобы люди, у которых определенное образование, поняли это определенным образом, а кто-то это поймет по-другому. Понятно ответить? Я должна сказать, что мне очень понравилось, да, просто как вот некоторые идеи были выражены графически. I must tell you that I really liked how some of the ideas were expressed in this graphic form. Нам сказали, что это первая диссертация в виде комикса. We were told that that was the very first thesis in the format of comics. Вот, я вспомнила несколько диссертаций, о которых я уже слышала, может быть, из других областей, но тем не менее связанные с комиксом. Например, есть такой, во-первых, есть, конечно, сами художники, которые делают диссертации в форме. I remember some of the thesis that I heard about or saw connected with such formats. There are artists who create something of this kind. Например, художник-комиксист немецкий Мавел, который диссертацию сделал, комикс, графическая новелла, graphic novel, была его дипломной работой. And the German artist Marvel, and he wrote, was his diploma project, a graphic novel. It's a German graphic novel painter, Marvel. He works for the... Может быть, вы мне в имейле больше об этом... Да, хорошо, я напишу, но я имею в виду, немножко это чуть-чуть другое, да, это художник делает диплом в виде комикса. Это artist, и есть еще один очень известный французский комиксист Джон Сфар. И он сделал сначала комикс, а потом мультфильм «Кот Равина». И это, конечно, тоже, прежде всего, художественная работа, но там очень много философских идей, социальных идей. Comic book and then a cartoon about the cat, and it's a lot of philosophy in there. The Rabbit. И он сначала написал диплом по философии, истории искусств, и там, по-моему, тоже были какие-то вставки графические. And also, as he wrote his diploma project on philosophy and the history of arts, also with some graphic parts in it. Вот, собственно, наверное, это я хотела закончить. Спасибо вам большое, было действительно очень интересно. Я никак не разочаровалась, что я пришла и послушала, что-то новое для себя.
Спасибо большое. Ну, давайте я тогда подведу итог нашей беседе. Да, она длилась не очень долго. In this case, I would like to sum it up. We had a short discussion. Сейчас вот это направление комикса, оно в России, наверное, начнет развиваться так же сильно, ну, скажем так, получит какой-то толчок к развитию не после этого мероприятия, а просто потому, что время пришло. So now this comic direction is going to develop in Russia, not just because of this event, but because the time has come. The time has come. Да, время пришло, верно. Меняется образ мышления, меняется форма подачи информации, меняются люди, говорят же, поколение X, Y, Z. The way of thinking is changing, the media of conveying information are changing, people are changing. Поэтому я надеюсь, что мы со всеми с вами встретимся в следующем году, если нам получится организовать что-то интересное. Будет очень здорово, и нас будет еще больше, мы уже увидим какие-то готовые результаты. And I hope that we're all going to meet next year and we'll organize something and we'll get more of the results that we're going to see next year. I like that. Okay. От всех нас большое спасибо, что вы были с нами. Мы очень были этому рады. From all of us, thank you for being with us. We're really happy. И до встречи. Спасибо. Надеюсь, что мы лично встретимся в будущем. Надеюсь тоже. Hope to. Всем спасибо. Thank you. Thank you.